Третий день выставки ProDexpo 2022. Мы знакомим вас с интересными людьми, интересными продуктами, интересными компаниями. Здравствуйте, давайте знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Михаил, я руководитель компании «Каспийские деликатесы», город Астрахань. А вас как величать? Меня зовут Сергей, очень приятно, спасибо, что заказали. Хочется сразу узнать, во-первых, невероятная упаковка, невероятная. Давайте, может, два слова о ней, и потом непосредственно уже к главному. Хорошо. Мы используем в нашей продукции преимущественно банки французского производства компании Desjardins. Стараемся использовать премиальную линейку, да, то есть премиальную этикетку, для того, чтобы наши потребители могли по достоинству закрыть свои потребности и в плане подарков, и в плане личного потребления, да, то есть для того, чтобы эстетика была на высшем уровне. Эстетика великолепная. Расскажите немножко теперь о самом продукте. Я вижу, что баночки разного цвета, это неспроста. Да, действительно, это неспроста. Традиционно цвета осетровой икры различались по виду рыбы, да, то есть голубой цвет, это у нас была представлена белуга. Желтый цвет, вот как здесь, да, то есть это был осетр, красный цвет это была стерлядь. Но ничто не стоит на месте, да, то есть мы немножко видоизменили этикетку. Вот теперь у нас, соответственно, под синей этикеткой положен осетр, да, то есть именно прижизненного получения, так скажем. Желтая этикетка это забойный осетр, белая этикетка это белуга и то есть так далее, да, то есть еще есть гибридные формы рыб. В целом, как так. Понятно. Расскажите, пожалуйста, почему ваша продукция лучше? Мы считаем, что наша продукция лучше, во-первых, потому что наша компания, наше производство, основной рыбоводный участок располагается в дельте Каспия, в дельте реки Волги на Каспии, буквально в 15 километрах, да, то есть от моря, то есть на проточной воде. Наша рыба получает идеальные естественные корма, ну это, скажем, первый основной аспект, да, то есть сырьевого направления. Также в штате компании имеются лучшие в мире технологии, то есть это действительно так. У нас собственная школа обучения технологов. Также мы имеем в своем арсенале хорошее дорогостоящее оборудование, которое позволяет правильно и долго хранить продукцию, правильно ее доставлять нашим клиентам. Здорово. Расскажите, пожалуйста, о, может быть, доле занимаемого рынка. Потому что мы понимаем, что игроки, вы не единственные, есть другие, да, может быть, есть чем похвастаться. Вы знаете, по нашим данным, значит, на конец 2021 года наша компания стала лидером нашего региона по произведенному продукту. В целом мы заняли 4-е место по России, улучшив свои результаты практически в 300 раз. В 300 раз? За год, да. Я не ослышался. Да, совершенно верно. То есть в 3 раза. Ничего себе. 300%. Это здорово. Хочется вот теперь узнать, наверное, как конечному покупателю, где я могу купить ваш продукт, какова география распространения этих великолепных коробочек. Нашу продукцию мы отправляем по всей России, то есть мы представлены практически во всех региональных и федеральных сетях, таких как Вкусвилл, да, то есть и какие-то иные региональные сети. Также у нас действует интернет-магазин, да, то есть вы можете заказать в любую точку России нашу продукцию в течение одного дня ориентировочно, да, это придет к вам в надлежащем качестве, да, то есть со всеми документами, сопроводителями и так далее. Вот также в любых магазинах, то есть вашего города, то есть мы представлены практически везде, работаем по всей России. Это замечательно. Наверное, пожелаю вам удачи на нашей выставке. Не знаю, стоит ли вам куда-то расти, потому что у вас и так все замечательно. Надеюсь, выставка поможет вам еще более окрепнуть и еще расширить географию присутствия. Большое спасибо. Нам тоже очень приятно. Всего хорошего.